Есть ли у вас силы, чтобы радоваться весне? Если нет, значит, нужно срочно что-то подправить в организме. Слабость, тревога, раздражительность, низкая работоспособность и обострение хронических заболеваний. Не всегда нужно бороться с этими весенними проблемами с помощью таблеток. Иногда стоит просто помочь своему телу включить собственные скрытые резервы здоровья. Озонотерапия. В осенне-весенний период мы видим, как нашим пациентам не хватает резерва здоровья. Озонотерапия – это один из наиболее эффективных и безопасных методов для создания этого резерва. Озонотерапия – это не медикаментозный способ лечения, который производится за счет применения смеси озона и кислорода. Он повышает иммунитет, улучшает работоспособность физическую и умственную, защищает организм от вирусов, микробов и бактерий, грибковых заболеваний, от вирусов герпеса. Озон – это одна из форм кислорода. Терапия с помощью озона восстанавливает кислородный транспорт, что нормализует обмен веществ и гормональный фон. Поэтому озонотерапия показана не только для лечения, но и для профилактики старения органов и систем, для борьбы с синдромом хронической усталости и для защиты от агрессивной экологической среды. Если у человека бессонница, у него улучшается сон. Если у человека снижена работоспособность, то при проведении курса озонотерапии работоспособность повышается. Озонотерапия повышает иммунитет, улучшает транспорт витаминов и минералов и улучшает работу крови и кровеносных сосудов. Положительных эффектов от этой процедуры очень много. Он используется в косметологии для улучшения кожи, для угревой сыпи, особенно это полезно в молодом возрасте. Для пожилого возраста это профилактика тромбов либидо, тромбозов, холестерин хорошо он снижает. Улучшает работу миокарда, нервную систему. А для здоровых озонотерапия – это важнейший метод профилактики, так как профилактика старения кожи, улучшение работы органов, выведение токсинов из организма, так как у нас экологически неблагоприятный город, поэтому очень полезно. Кому еще озонотерапия показана и противопоказана? Озонотерапия насыщает организм кислородом, поэтому она показана при всех заболеваниях. Это внутренние органы, это язвенные болезни, хронические гепатиты, сахарный диабет. Противопоказания только острый инфаркт миокарда, склонность к тромбам, к тромбообразованию и тиреотоксикозу. Курсы озонотерапии практически показаны всем, начиная с 12 лет. Как проводится процедура озонотерапии? Процедура озонотерапии проводится только в условиях клиники, так как соблюдаются все условия стерильности. Это внутривенная система, ничего опасного здесь нету, как обычное введение физраствора, так как озон – это газ, и он живет в организме до полгода, а в физрастворе 20 минут сохраняется. Поэтому процедура длится 20 минут. Курс озонотерапии рассчитан на 6-10 процедур, и его нужно проходить раз в полгода. Это весна и осень. Насколько приятна процедура озонотерапии? Процедура длится 15-20 минут, после этого пациент отдыхает еще 5 минут, и на этом процедура заканчивается. Но все же знаем, что когда мы выходим в лес, то бывает немного головокружения. Также и при озонотерапии первой процедуры может быть легкое головокружение, которое проходит, и получается только одно приятное ощущение от этой процедуры. Озонотерапия широко используется в косметологии, так как этот метод способен не только устранить внешние проявления, но и излечить саму причину кожных проблем. Озонотерапию любят спортсмены, ведь она помогает восстановить силы. Озон воздействует комплексно, он не только укрепляет организм, но и убивает бактерии, грибки, вирусы. Озонотерапия обладает обезболивающим, противовоспалительным и заживляющим действием. Если сравнивать озонотерапию и поездку в лес, то озонотерапия намного эффективнее, так как кислород мы получаем только через органы дыхания, а в озонотерапии через внутривенное вливание в повышенных концентрациях. И это намного больше приносит пользы. Все знают, что кислород – это жизнь. Подарить своему организму второе дыхание помогает озон – особо активная форма кислорода. Важно, что озонотерапия не просто борется с микробами, останавливает увядание, гармонизирует обмен веществ, она способна восстановить естественную защиту организма и наполнить его силой.